высокую высоту. Голос фонтана, капель дождя. Вот, это стихотворение Тимура Алдошева. Замечательно, пожалуйста. Ну и последнее стихотворение. Говорил, как в присядку пахать неприлично серьезной судьбе. На самом деле, в целях популяризации книг и чтения на родном языке в татарском книжном издательстве зародилась идея создать уникальный издательский литературный проект «Велобук». Идея пришла нашему генеральному директору Сагдатовичу Ильдару Камильевичу. Мы ее дружным коллективом приняли и в коммерческой службе стали эту модель разрабатывать. На самом деле, «Велобук» — это модель, созданная на, вернее, принцип, созданный на модели «Велорикши». Мы точно знаем, что в России велобуков нет, аналогов подобному нашему в России нет. Есть велорикши, которые продают, допустим, чай, кофе, там, бутерброды какие-то, сэндвичи, но именно чтобы продавались книги вот в таком исполнении, на сегодняшний день нет. И нам отрадно как бы запускать этот проект в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA и в преддверии проводимых в Казани в летний период литературных двориков, выездных мероприятий. Мы сейчас знаем, что скверам, паркам в Казани уделяется большое внимание. И в местах туристического скопления людей, в местах общих масс, я думаю, в скверах и парках, и в проезжих таких промзонах, где ходят очень много туристов, наш проект «Велобук» будет актуален и востребован. Вот сегодня мы предоставляем вниманию, как бы впервые в Лецком парке представляем свою модель. Подходили уже многие дети, интересовались, спрашивали, что это такое. Люди смотрят, искоса поглядывают, улыбаются, делают фото. Я думаю, что это издательский проект, имеет будущее. Это еще не конец. Это форма альтернативной продажи в летний период времени. В зимний период времени мы планируем велорикшу размещать в торговых центрах, тоже так же с книжной продукцией. И я думаю, многие туристы и местные жители будут с удовольствием подходить и фотографироваться на память с татарской литературы, с нашими книгами, с книгами татарского книжного издательства. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».